Горячий песок и оранжевый мяч. В Кировске нет ни моря, ни песчаных пляжей, однако эта бразильская забава здесь давно популярна. Пляжный футбол. Его называют самым динамичным и зрелищным летним видом спорта. На Могилевщине эту игру развивают только в Кировске. Здесь недавно прошли игры второго тура чемпионата Беларуси. Как райцентр становится столицей белорусского пляжного футбола, расскажет Илья Соболев. Так заметим мы у ворот Александра Ковалева. Самсонова хотел выиграть. Лови. Очень опасный штрафной. Чем интересен пляжный футбол? Просто тем, что отскок мяча от песка непредсказуем. Игра очень быстрая, и за матч команды забивают не один, два, три, а с десяток голов. Смотрю футбол, и они показывают классный. Динамичная игра, быстрая. Как бы атмосфера поинтереснее, потеплее, поприятнее наблюдать за этим футболом. Чем выше скорости, тем больше градус борьбы. Здесь как в хоккее. Во время матчей судьи разнимают игроков. Развивать этот необычный вид спорта на Могилевщине начали 9 лет назад. Тогда в Кировске появилась первая в регионе профессиональная команда. Мы играли как бы все время не дома, даже нам сложно было тренироваться. То в Бобруйск на пляж ездить, там в Рассвете пятачок искали, там волейбольная площадка. С каждым годом команда становилась сильнее, и ей был нужен стадион. В 2015-м в райцентре открылась современная арена пляжных видов спорта. Многие футболисты, начинавшие карьеру здесь, сегодня стали лидерами национальной сборной. Очень приятно играть в Кировске. Всегда атмосфера замечательная, замечательные болельщики. Ну, получаем удовольствие, приезжая в город. Ну, супер. Ой-ой-ой, хорошая дальняя передача. Нужно попробовать нанести удар по воротам Бегулевского, но... Сегодня в кировской команде местные игроки. Раньше приглашали футболистов из других регионов, теперь нет, только свои. Посередине. Вон вбегает цель. Хватает исполнительского мастерства у ребят. Команда молодая, грубо говоря, там подключили пару человек, еще не сыгрались. Но я думаю, в дальнейшем все будет хорошо. Еще два тура у нас впереди, и там плей-офф, будем бороться. Просто так никому очки отдавать не будем. Кировск действительно один, наверное, одна из старейших команд в пляжном футболе Беларуси. Достойный коллектив, и у них всегда было очень правильное направление – это подготовка молодежи. В пляжный футбол в Кировске играют до первого снега. Этим летом на местном стадионе еще будет много интересных матчей. В июле райцентр примет суперфинал чемпионата республики, а в августе здесь впервые пройдет сбор национальной команды страны.